Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Официальный партнер. Розничная сеть «Барис». Здравствуйте, в эфире АТВ Новости и мой первый день в качестве ведущего. В студии Чингис Ачиров, и сегодня мы расскажем вам о самых интересных, а местами даже сказочных событиях республики. И вот с чего мы начнем. Да хоть дело заведите, выпустите меня отсюда, но уже. В Улан-Удэ сотрудники полиции поймали единорога. Никто не дает, потому что считает, что я на водку собираю. Попрошайки на каждом углу, тяжелые судьбы или очередная магия шарлатанства. Мне дед рассказывал то, что, ну, помнит арбузы, то, что росли у нас в Гильберинской долине. Волшебные арбузы из Арангоя. Бурятский фермер поражает жителей республики качеством своей продукции. Начнем, пожалуй, с самой забавной новости. В Улан-Удэ поймали пьяного единорога. Сказочный персонаж из Заиграевского района перегонял автомобиль на стоянку, однако после ДТП на улице Жердева попалась сотрудникам ГИБДД. Они и выяснили все подробности странствий не совсем волшебного существа. В отношении вас будет составлен административный материал по статье. Да хоть дело заведите, выпустите меня отсюда, но уже. Две бутылки вина вечером. Две бутылки вина вечером. А за руль каким образом вы сели? Водительское удостоверение вы получали? Нет. То есть вы права не имеете управлять транспортным средством? Женщина отказалась от медицинского свидетельствования, и теперь нетрезвому единорогу грозит штраф до 30 тысяч рублей. Любителям прокатиться на трамвае в выходные придется несладко. Из-за ремонта трамвайных путей на улице Ключевская временно приостановит работу 5-й маршрут. Кроме того, с 17 по 18 августа трамваи под номером 4 будут следовать лишь до кольцевой развязки без захода на мелькомбинат. Остальные маршруты будут работать в обычном графике. Просить милостыню для них – единственный заработок. В Улан-Удэ снова открыт сезон попрошаек. С начала августа их можно увидеть практически в любой точке города. Прохожие помогают не так часто, как хотелось бы нуждающимся, и зачастую эта небольшая сумма денег уходит в чужие руки. Марьям Восконян с деталями. Вы на кого-то работаете? Да. На кого? Ну, это не ваша, да. А вас сюда привозят, да, и вы собираете деньги? Да. Это кадры из нашего прошлогоднего сюжета. Мужчину на видео зовут Виктор. Тогда он рассказал моему коллеге Илье Балханову, что все заработанные деньги у него отбирают другие люди. Спустя год мы встретились с ним еще раз. Сегодня Виктор признается, ему удалось вырваться и начать работать на себя. Пытались, было дело, да. Ну, я сделал такое. Я говорю, если насильно меня заставите, я же заплакал за детей. Я говорю, если насильно заставите, я вас буду сажать всех. Вот так вот. Напрямую прям сказал. Я стараюсь как-то не то, что там убежать от них. Там. Просто я с ним говорю, идите нафиг. И все. Я не хочу с вами общаться. У меня есть своя жизнь, у меня свои дети, правильно? Верить Виктору или нет – выбор каждого. Со стороны не изменилось ничего. Мужчина также работает с утра до вечера именно на этой точке, ближе к светофорам, чтобы водители точно останавливались. Тем более в такую жару окна машин у большинства открыты. Что, наверное, человек не может работать? Да, нетрудоспособно. Но... ему и питаться надо, одеваться надо также. И как может, тоже зарабатывать. И можно помочь таким людям. Еще одна известная попрошайка сидит на лестнице возле Galaxy. Ирина просит милостыню уже 3 года. Пенсии хватает только на то, чтобы платить за комнату в общежитии, а деньги с этого заработка уходят на еду. Мне охота рыбу есть, щуку, я не могу в жизни купить. Мне охота купить омоль, не могу купить. Охота копченую колбасу, не могу купить. Вы сколько можете заработать, сидя здесь? Я если сижу 3 часа, я рублей 50, а если весь день, рублей 200-300, молоко, хлеб, макарон, картошку куплю. А почему так мало? А никто не дает, потому что считает, что я на водку собираю. Рабочий день Ирины начинается после обеда. Обычно женщина сидит по 5-6 часов. По ее словам, из-за проблем с ногой она не может дольше работать. А вот как вы сюда добираетесь каждое утро? Автобусом 40 рублей, в месяц 1300, каждый день. А вы же говорите, после ДТП ходить не можете. А я встаю кое-как,
и палочка. Или меня никто не трогает. Ни полиция, ни крыша, никто, ни бомжи, никто. Если верить словам попрошаек, то это действительно единственный способ заработка. Если не верить, то кто-то ведет нелегальный прибыльный бизнес, эксплуатируя несчастных. В любом случае, полиция, как всегда, бездействует. Мариам Восконян, Данила Жаркой, телекомпания АТВ. В Улан-Удэ продолжаются дорожные работы. Скоро автолюбители смогут вдохнуть свободно. Некоторые подрядчики завершат строительство раньше намеченного срока. Правда, расслабляться мэрия не советует. В следующем году дорожный ремонт столицы Бурятии увеличится в 2,5 раза. Екатерина Устюшенко расскажет подробнее. Улица Свободы. Этот участок бьет все рекорды по сроку выполнения работ. Вместо 1 октября дорогу сдали 22 июня. Специально к празднику Сурхарбан и буддийскому таинству Калачакра, которые прошли на центральном стадионе. Другой участок – улица Революции. Сейчас подрядчик делает тротуары, а ремонт проезжей части почти закончен. Движение открыто. Осталось, как говорят, губы помазать, нарисовать, знаки повесить. В срок до 1 октября должна преобразиться и другая улица – Сахьяновой. Протяженность участка почти 2 километра. Работы здесь ведутся параллельно с ремонтом теплотрассы. Как только тепловики закончат, подрядчик возьмется за обустройство тротуаров. Автомобильное движение по одной стороне улицы откроется. В планах успеть к 26 августа. Здесь, так сказать, по проекту предусмотрена ливневая канализация. 9 проколов под трамвайными путями, что, так сказать, по срокам, да, у нас. И самое важное, что... Сам будет. У нас по улице Боевой значит, уже где-то 4 года, значит, откуда вы приехали, значит, стоит ливневая вода. И вот в этой дороге, так сказать, вот в этой ливневой канализации, как раз мы с Боевой вот, решаем эту проблему, то есть вот, отводим эту всю воду. Дорожное покрытие выбрали щебеночно-мастичное. По словам специалистов, несмотря на пористость, такой асфальт прочный и пластичный. У нас постоянно проводится... лабораторные анализы самого асфальтового покрытия, всех материалов, которые применяются, то есть и бортовые камни, и щебеночные основания, все применяемые материалы. Мы проверяем не только мы, нас также проверяет Бурят-регионавтодор, ГКУ Бурят-регионавтодор и ФКУ Продор Южный Байкал. Гарантии на всех у нас объектах, это 5 лет. То есть, ну, что касается дорожного полотна, ну, мало там, где-то тротуар, где-то подмыло там упало, ну, небольшие работы, да, гарантийные обязательства, то есть подрядчик выполняет. В этом году по программе «Безопасные и качественные автодороги» в Улан-Удэ отремонтируют 12 километров дорог. А ведь могли и больше. К сожалению, только в этом году городская администрация так приступила к такой плановой подготовке проектной документации. И мы могли бы в этом году делать больше, но не было проектно-сметной документации. Ее в прошлом году город не сделал, до этого. И только вот в этом году, с начала года, ну, там, с зимы, началась такая массовая подготовка. Именно поэтому к следующему году улан-удэнцам стоит вновь запастись терпением. Объем дорожных работ увеличит в 2,5 раза. В целом по республике в рамках программы «Безопасные и качественные автодороги» до 2024 года планируют отремонтировать 700 километров дорог. Екатерина Устюшенко, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. В 37 дворах Улан-Удэ появится новенький асфальт, причем ждать осталось недолго. Закончить работы по благоустройству города должны уже к середине сентября. Половина дворов уже готова к сдаче. Антон Симонов проверил качество на 2 адресах. Было вообще отвратительно. Теперь хорошо, конечно. Не знаю, как дальше. Но вот дождь был, протекает. У нас вообще была вот здесь лужа. Теперь хорошо, конечно. Хорошо. Сделали. Проспект 50-летия Октября 16 и Гагарина 14. Два дома образуют единый большой двор. По словам местных жителей, асфальт не меняли уже полвека. Теперь дворы благоустроены. Для этого потратили более 900 тысяч рублей. Здесь почти, сейчас скажу вам, 750 квадратных метров асфальтирования, 120 метров бордюрного камня. Плюс это убирался старый асфальт, абсолютно потом делалась насыпь щебня. И уже укладывали новый асфальт. Работу принимал комитет городского хозяйства. Для этого они использовали специальный инструмент – куриметр дорожный. Он необходим для выполнения точных замеров уложенного асфальта. Недостатков особых никаких не было. То есть все выполнено в соответствии с дизайн-проектом, утвержденным, согласованным, и в соответствии со сметами. Работа подрядчиков понравилась не только принимающей стороне от администрации, но и местным жителям. Они не верят своим глазам и сравнивают с предыдущей разрухой.
Раньше всегда была проблема. Во время весны, осенних, весенних дождей здесь скапливалась очень большая лужа. Было такое месиво, пройти невозможно. Я смотрела во время дождя, слив есть как раз таки, лужи больше не скапливаются. Всего в этом году облагородят 37 дворов. На них потратят больше 75 миллионов. А последний двор строители обещают сдать до 15 сентября. Антон Симонов, Николай Тулбаев, телекомпания АТВ. В Абсолюте всегда свежие овощи и ягоды. Помидоры 49 рублей 99 копеек. Виноград 99 рублей 90 копеек. Абсолют – гарант низких цен. Продолжаем выпуск. На борьбу с инсультом направлены новые силы. В БСМП начали использовать аппараты искусственной вентиляции легких и передвижной аппарат УЗИ. В соседних регионах нет даже аналогов подобной медтехники. Мы можем снизить смертность от инфарктов на 22% и больше. Это, конечно, расчетные цифры, мы стремимся к большим, но минимум это вот на пятую часть. И от инсультов практически на четверть, на 25% это задача по снижению смертности. Также по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» новое медицинское оборудование поступит в Республиканскую больницу имени Семашко и в Центральную районную больницу Гусиноозерска. Кроме того, правительство планирует в ближайшие 6 лет закупить около 300 единиц такой медтехники. От Петербурга до Владивостока и Монголии. Более 30 художников съехались в Улан-Удэ на фестиваль «Бурятия в красках». Уже второй день они расписывают улицы и дорожные развязки по всему городу. Так и в районе ПВЗ. Одну из бездушных бетонных стен превратили в очередное произведение искусства. Как это было, смотрите в следующем репортаже. Поменять серые стены на произведения современного искусства. Этим в Улан-Удэ занялись художники со всей России. И уже с середины недели художники не упускают баллончики из рук. Это увлечение каждого. Просто мы живем этим, рисуем. И это такое, знаешь, привнесение каких-то красок в город. Вот свое творчество на стены. Это монгольский всадник. И он слушает музыку на бумбоксе. Так. Ну, это микс старого и нового. Это уличное искусство, это очень новое образ искусства, так, а культура там это очень-очень старая. Так. Хочу делать что-то интересное. Да. Цель фестиваля – привнести больше красок в город и рассказать о современном искусстве жителям Улан-Удэ. Мы немного отошли от начальной концепции самого проекта и решили провести такое крупномасштабное мероприятие, чтобы и народ наш как-то взбудоражить, так скажем, да, и показать, как это можно красиво и интересно делать, да. Взбудоражить местных жителей действительно удалось. Старые стены на глазах прохожих приобретают необычный вид. Я хожу каждый день и на работу, и с работы. Это был страшный забор, а теперь мне даже это мне очень нравится. Только на стенах художники останавливаться не собираются. Уже скоро они добавят красок Богатырскому мосту. Фестиваль продлится до 28 августа. Антон Симонов, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Они уже не дети, но еще не взрослые. В Бурятии подростков обучили театральному искусству. Экспериментальный проект провел театр «Кукол Ульгер» совместно с Институтом сценических искусств города Санкт-Петербург. Впервые в России учеников 9 и 10 классов обучали актерскому мастерству, сценической речи у именитых мастеров своего дела. На закрытии школы побывала Мариам Восконян. 10 дней на берегу Байкала дети учились быть актерами, режиссерами, художниками по костюмам, продюсерами и даже театральными критиками. Причем им всего по 15-16 лет. Но несмотря на юный возраст, у подростков уже есть четкое понимание, что такое театр. Мы думаем, театр кукол – это вот ручка просто там подергала. Нет, это совсем другое. И это можно увидеть по спектаклям Яны Марковны. Как и я в этом убедился, что это не просто ручка. То, что я здесь получил, это что-то невообразимое. Наши педагоги, с которыми мы занимались 10 дней, это просто невероятные люди. Их харизма пробирает до такой степени, что охота рядом с ними стоять, смотреть на них вот так и просто бесконечно наблюдать за ними. И охота брать с них пример, правда. Проект масштабный. Из Санкт-Петербурга на Байкал приехал практически весь состав факультета театра кукол РГИСИ. Именитые наставники обучали детей вокалу, хореографии, пластике, актерскому мастерству и сценической речи. По словам педагогов, некоторые из ребят поменялись на 180 градусов. Кто-то даже поборол свои фобии. Там была, говорю, прекрасная фраза, никогда не забуду. Я наконец-то стала относиться толерантно к своим ножным пальцам и своих, и чужих людей. Это же вообще мощное. И таких много-много рассказов
Ну, вот одна из таких из запоминающихся ярких. Идея проекта принадлежит театру кукол «Ульгер». Цель проста – вырастить новые кадры. Именно эти дети в будущем заменят нынешнюю труппу театра. Из 80 ребят отберут 20-ку для поступления в Институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. Экспериментальность этого курса будет заключаться в том, что актеры, художники, режиссеры и, может быть, даже театральные критики будут обучаться в очень тесном сотрудничестве. Они будут одни и те же дисциплины проходить, только потом, как кто-то из них автоматически или органично перейдет в то, что он станет лидером в процессе, то есть режиссером, или они будут художником, но они, по крайней мере, будут знать очень четко всю специфику тех, кто еще принимает участие в создании спектакля. В планах продолжить проект в 2020 и 2021 году. Сразу три группы детей отправятся в Санкт-Петербург и пройдут там конкурсный отбор. В итоге лишь 24 человека смогут поступить в ВУЗ по целевому набору. Соглашение у нас уже заключено между РГИСИ и Ульгером, и мы детей будем готовить в любом случае. И через к 2025 году на выходе мы должны иметь профессиональную труппу, профессиональную команду, которая вот придет на смену. На реализацию проекта потратили 3 миллиона бюджетных рублей. Половину этой суммы выделило Министерство культуры России. Получить такой социальный лифт для некоторых – единственная возможность попасть в профессию. Главное, чтобы ребята не растеряли навыки, которые впитали за эти 10 дней. Мариам Восконян, Лупсан Субботин, телекомпания АТВ, Кабанский район. Сегодня волонтеры проекта «Сохраним Байкал» завершают свою работу и разъезжаются по домам. Добровольцы приехали в Бурятию со всей России. Они жили в Прибайкальском районе и рассказывали туристам о правилах отдыха. Наша съемочная группа поговорила с дизайнером из Подмосковья, танцовщицей из Магнитогорска, менеджером из Великого Новгорода и выяснила, за что они так полюбили Байкал. Две недели у них было утро с видом на Байкал. Добровольцы со всей страны разбили палаточный лагерь на мысе Безымянной и работали в Байкальской береговой службе. И все понимают, путь к сохранению природы – осознанность. Я узнала об этом проекте и поняла, что у меня есть большое желание, силы и возможность помочь нашей экологии. Поэтому я здесь. Байкал навсегда в моем сердце останется. Я хочу еще сюда вернуться. Это я за 5 дней собралась и приехала. Взяли отпуск или что? Я взяла отпуск, притом у меня отпуск был всего 12 дней, надо было 16, и когда я позвонила своему руководству, они сказали, куда ты едешь? Я говорю, на Байкал. Они говорят, едь, мы дадим тебе дней сколько нужно. Основная проблема – это пластик. Пластик, сколько мы не убирали, все равно Байкал его выкидывает, его очень много. И поэтому призываем людей как можно меньше использовать пластик в быту, постараться уменьшить потребление пластика, отказаться от лишнего пакета в магазине. Яна Григоревская, узнав о проекте, тоже взяла отпуск и приехала на Байкал. Она живет в Магнитогорске и преподает аргентинское танго. В палаточном лагере Яна отвечает за кухню. Сегодня на обед – макароны с тушенкой, сухари и полюбившийся многим чай с лекарственным растением сагандали. Как туристы реагируют на то, что вы раздаете им листовки и вообще учите их тому, как нужно вести себя на Байкале? Туристы, в принципе, адекватно реагируют. Они говорят, что берут мешки, что все собирают и... В принципе, не так все плохо, как я думала. Правда. Видели свалки? Свалки, да, конечно. Ну, они, наверное, есть в каждом регионе, но, конечно, на Байкале это вообще очень печально. Анна Хорошкевич каждый день убирает побережье и сортирует мусор, а в свободные минуты рисует Байкал. Наброски в скетчбуке пригодятся в работе. Аня – дизайнер обоев в Подмосковье. Но это береза с Байкала или просто какая-то? Это с Байкала тоже, вот там рядышком с кухней. Красивый камень, очень здорово вылезает из воды. Прям очень живописно. Решила тоже нарисовать. Навестить волонтеров на мыс Безымянный приехал глава Бурятии. Алексей Цыденов предложил сделать перекличку. А можно так вот для интереса слева направо, кто откуда там? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Иркутск. Иркутск. Новосибирск. Красноярск. Владивосток. Поняв, что на Байкал приехали люди со всей страны, руководитель республики рассказал об экологических проблемах региона и нацпроекте «Экология», который поможет их решить. Предусмотрена ликвидация свалок, предусмотрена ликвидация накопленного экологического ущерба, вот, строительство очистных. Но в любом случае это все равно инфраструктурное обеспечение, но и культура поведения. И вот то, что вы там своей миссии несете, общаетесь с людьми, которые на берегу, общаетесь там с приезжающими, вы в первую очередь стучитесь в сердце о том, что будь другим человеком, да, не сори, люби природу и береги то, что у нас есть. Поэтому вам вот за это большое спасибо, низкий поклон. Волонтеры подарили Алексею Цыденову футболку «Сохраним Байкал», а после все вместе установили информационный стенд о том, как нужно отдыхать на озере.
Чингис Ачиров, Анна Зуева, Данила Жаркой, мы с Безымянной, телекомпания АТВ. Сделано в Бурятии. Потомственный фермер Зарангоя ищет поддержки у жителей республики. Всю свою жизнь Дмитрий Вихрев выращивает картошку, морковь, капусту, однако славу снискал только недавно, благодаря своим фирменным и сочным арбузам. О том, как вырастить диковинную ягоду под бурятским солнцем, в репортаже Надежды Елаевой. Продукты не растут в холодильнике, а деньги в кошельке. Об этом наш герой знал в детстве. Родители Дмитрия Вихрева, тоже фермеры, выращивали овощи еще в 90-х. Дмитрий пошел дальше. И в этом году на полях Иволгинского района, рядом с картошкой, морковью и капустой, дружно растут арбузы. Как выбрать в магазине вкусный спелый арбуз? Ну, в магазине ты уже никак его не выберешь. Что поступило, то поступило. Но вот, например, этот арбуз у нас полностью поспел, да. Вот посмотрим снизу. Тут вот большое пятно, да? Ну, видно, что лежал. Вот арбуз рядом тоже поспел. Но пятна нет, да? Пятна нету. И то, что там постучал глухой или звонкий звук, это я до сих пор понять не могу. Для меня они все одинаковые. Ну, единственное то, что, да, когда сорт более мелкий, его нажимаешь, он даже похрустывает, когда он спелый. Многие действительно думают, что наши арбузы не вырастают большими и до сих пор считают их экзотикой. На самом деле арбузной истории Бурятии больше века. В революционные годы возделывали арбуз. У меня дед рассказывал то, что, ну, помнит арбузы, то, что росли у нас в Гельберинской долине. Самая проблема вырастить рассаду. Готовим теплицы, высаживаем кассеты. То есть месяц у нас она в отапливаемой теплице все это растет. А потом уже высаживаем груд. Не, высаживаются вручную. У нас еще до этого не дошли, до специальной техники. И объемы не те. Дмитрий третий год подряд выращивает эти нежные и капризные ягоды. Начинал с 1 гектара, сейчас выращивает уже на 2. Фермер хочет, чтобы жители Бурятии знали вкус настоящего арбуза, выросшего не на химии и не за 3/9 земель. Но дело это хлопотное. На следующий год уже, не знаю, либо садить уж сразу 10, либо переключаться на какую-то другую культуру. Объемом давит западный арбуз, да, и ценой. Ну, как бы он вне конкуренции, потому что у нас все-таки качество хорошее, ну, намного лучше, да, местного арбуза, хоть и цена подороже. Дмитрий признается, без заемных средств и поддержки государства производителю не выжить. Крупные торговые сети с охотой заказывают у крестьянско-фермерского хозяйства «Вихрев» его продукцию с фирменной наклейкой. Но тут проблема в острой конкуренции с нелегальными производителями, которые работают тут же, в Иволгинском районе. И они без легальных расходов демпингуют по цене. Местные товаропроизводители тоже, ну, как сказать, местные, в кавычках, потому что они также приезжают оттуда с запада. Они приезжают, сезон тут отрабатывают, без образования там юридического лица, ни ИП, у них вообще ничего нету. Ну и, соответственно, весь объем, который они сдают, реализуют, они с них не платят ни налоги, ничего. Вчера по соцсетям разлетелся пост про Дмитрия Вихрева и его арбузы. И на героя посыпались звонки с просьбой привезти несколько арбузов. Дмитрий бы и рад, но сейчас ему некогда. Он буквально собственноручно собирает урожай и потом думает, как реализовать. И вот решили в субботу встать на ТРЦ «Пионере» на площадке и попродавать с машины. Надежда Елаева, Владимир Попов, телекомпания АТВ. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Следите за нашими новостями онлайн и будьте в курсе событий. Хороших выходных и до встречи в эфире. Шокер. Цена в абсолюте. Бальзам-ополаскиватель «Чистая линия» со скидкой 40%. Всего 53 рубля 99 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. Товары для дома и красоты покупай. Volkswagen Polo в Барис забирай. С 1 июня по 25 августа купи продукцию компании Procter & Gamble на 500 рублей и участвуй в розыгрыше автомобиля Volkswagen Polo и туристических сертификатов.